Светофорчик. В городском зоопарке вместе со своими родителями жил маленький хамелеончик. Он обладал уникальной способностью менять цвет своего тела. Например, когда он фантазировал, то неожиданно становился ярко-фиолетовым. А когда был счастлив, розовел от носа до закрученного колечком хвоста. Днем хамелеончик сидел на ветке и развлекал местных воробьев, изменяя цвет, как светофор. За это воробушки прозвали его «Светофорчик». И это прозвище пришлось по вкусу даже родителям хамелеончика. Весной семья хамелеонов получила письмо с тропического острова. Бабушка и дедушка хамелеончика Светофорчика с нетерпением ждали в гости на все лето любимого внучка. Маленький хамелеончик радовался предстоящей поездке. Он поплывет на корабле, увидится с бабушкой и с дедушкой. Через неделю бабушка и дедушка встретили его на пирсе. Плавание оказалось удачным. Только от продолжительной качки хамелеончик переливался сине-зеленым цветом. Так начались летние каникулы Светофорчика. Бабушка и дедушка очень понравились малышу Светофорчику. Он помогал им в саду и по дому, и старики были довольны внуком. Но была у хамелеончика Светофорчика одна черта, которая совсем его не украшала. Он любил приврать. Иногда он просто рассказывал не все, утаивая часть правды. И бабушка с дедушкой догадывались, когда хамелеончик врал. В такие моменты он становился пурпурно-красным. В пятницу бабушка-хамелеон приготовила удивительно вкусный пирог, украсив его самыми аппетитными листиками. Она поставила его на окно остыть. «Ух ты! Как вкусно пахнет! Такого пирога я никогда не пробовал!» — сказал Светофорчик, который как раз помогал дедушке на улице. «Мне нужно помочь бабушке накрыть на стол!» «Конечно, Светофорчик!» Дедушка-хамелеон так и не научился выговаривать имя внучка. Хамелеончик-светофорчик сидел на стульчике возле пирога и разглядывал толстенькие листики. «Вот этот сладенький! А этот еще лучше!» – думал малыш. И вдруг слизнул самый большой листочек. «Ой, что я наделал?» – подумал хамелеончик. И слизнул еще один. «Ой, я не могу остановиться!» И Светофорчик принялся жадно уплетать пирог, хотя бабушка-хамелеон приготовила его для всех. Когда бабушка-хамелеон вошла на кухню, то увидела задремавшего Светофорчика и пустую тарелку из-под пирога. «Ай-яй-яй! А ведь еще четверть часа назад здесь стоял пирог!» – запричитала она. Хамелеончик проснулся, увидел бабушку и испугался, что его будут ругать за съеденный пирог, да еще и напишут об этом родителям. «Бабушка,
я как раз хотел тебя позвать», — сказал он, краснея. В окошко запрыгнул лягушонок и стал есть наш пирог. Я его прогонял, но он отпрыгивал и заходил с другой стороны. Я так долго за ним гонялся, что выбился из сил и уснул. А лягушонок съел весь пирог. Хамелеончик-светофорчик светился пурпурно-красным цветом. Бабушка-хамелеон заметила это, но ей стало жалко внучка, и она принялась готовить новый пирог, приговаривая: «Ой, какой нехороший лягушонок!» А светофорчик думал, что поступил очень хорошо, соврав про лягушонка. Прошло несколько дней. В лесу начался дождик. Хамелеоны сидели дома, чтобы не намочить лап и не подхватить насморк. Светофорчик нашел у бабушки цветные лоскутки и решил сделать сюрприз. Он попросил дать ему ножницы и сел вырезать детали для поделки возле окошка. Светофорчик радовался своей поделке. Аккуратно вышло желтое солнышко, домик дедушки и бабушки. Не хватало только облачка. Хамелеончик нашел нужный цвет и стал вырезать. Не заметив, светофорчик случайно вырезал облачко вместе со скатертью. Увидев дыру, хамелеончик испугался и не знал, что делать. Бабушка заметила, что внук переливается разными цветами, и спросила: «Что-нибудь случилось, светофорчик?» И тут хамелеончик снова стал пурпурно-красным и громко закричал: «Бабушка-хамелеон, ты представляешь, пока я клеил картинку, прибежал лягушонок и вырезал кусок скатерти!» «Ой-ой-ой!» – расстроилась бабушка-хамелеон. В такой дождливый день лягушатам хорошо и на улице, а этот вредитель опять пришел. Бабушка ругала лягушонка, а хамелеончику казалось, что ругают его самого. Зря он снова соврал. Бабушка и дедушка любят его, а он их обманывает. Но дело уже было сделано, а признаваться было стыдно. Вечером, когда светофорчик уже спал, дедушка-хамелеон сказал: «Это очень плохо, что наш хамелеончик не хочет отвечать за свои поступки. Из него может вырасти безответственный лгунишка. Это нельзя оставлять без внимания. Мне кажется, я знаю, что нужно делать». На следующий день светофорчик отправился на прогулку. К обеду он вернулся домой. Дверь была заперта, и хамелеончик постучался. «Кто там? Кто беспокоит нас во время обеда?» – послышался недовольный голос бабушки-хамелеона. «Это я, хамелеончик-светофорчик!» «Ах, это опять вредный лягушонок! Дедушка, закрой покрепче окна, пока он не забрался в наш дом!» «Ну, бабушка-хамелеон, это же я, твой внук!» Чуть не плача, проговорил хамелеончик. «Какой же все-таки этот лягушонок бессовестный!
Ты только послушай, дед!» «Это я, твой внук!» – передразнила Светофорчика бабушка-хамелеон. «Да, просто деваться некуда от невоспитанных лягушат!» – возмущенно ответил дедушка-хамелеон. Хамелеончик-светофорчик отошел от дома и сел на скамейку. Он подумал, почему мои дедушка и бабушка все перепутали? Откуда взялся лягушонок, если я его выдумал? Хамелеончик долго сидел в одиночестве и не заметил, как рядом с ним присел дедушка-хамелеон. «Ну что, грустишь, внучок? Почему обедать не идешь?» – ласково спросил дедушка-хамелеон. «Дедушка-хамелеон!» – обрадовался светофорчик и полез обниматься. «Я давно здесь сижу, ведь вы меня приняли за лягушонка и не пустили в дом». «Это мы лягушонка впускать не хотели, потому что он безответственный и не умеет себя вести». «Хорошо, что ты не такой». «Дедушка-хамелеон, это не лягушонок, это я безответственный. Я боялся, что вы с бабушкой будете меня ругать, и придумал лягушонка. Ведь на самом деле это я съел весь пирог и испортил скатерть. Простите меня!» «Мы не сердимся на тебя, но нас сильно огорчило то, что ты не хотел отвечать за свои поступки. А ведь порой маленькая ложь рождает большое недоверие. Надеюсь, ты понял, как неприятно побывать на месте того, кому не верят. Молодец, что нашел в себе силы и сознался. А теперь пойдем, а то бабушка-хамелеон уже заждалась нас к обеду». И с тех пор хамелеончик-светофорчик становится красным только тогда, когда подражает своему городскому соседу, светофору. Ты такой богатый.